всего лишь узелок с солью. Соль – очень действенное средство в борьбе с недомоганиями. К примеру, скакнуло артериальное давление, заболела голова, колено, плечо или внутренний орган. В любом из этих случаев соль может сыграть роль болеутоляющего средства. Конечно, соль не лекарство, да и не нужно рассчитывать на нее как на панацею, но все же. Иной раз важно сначала успокоить боль, убрать неприятные ощущения, чтобы затем взяться за лечебные процедуры. В таком случае соль способна оказать быструю и эффективную помощь. Одним из наиболее действенных способов применения соли является использование трепишных кулечков. Расскажу, как их сделать. Приготовь несколько лоскутков из холстины или ситца. Материал обязательно должен быть натуральным, без добавления синтетики. Размер куска ткани примерно 10 на 10 сантиметров. В середину лоскутка насыпьте 2 чайные ложки соли и аккуратно заверните соль в тряпочке, так, чтобы все концы материи были собраны в узелок. Чтобы ткань не распадалась, перевяжите горловину толстой ниткой. Узелок с перевязанной горловиной готов к использованию. При подъеме артериального давления нужно иметь 3 таких узелка. Один вы кладете себе на теменную часть головы, 2 других на область соединения шеи и основания черепа. Указательным и средним пальцами придерживайте кулечки соли на шее. Сядьте расслабленно, спокойно, чтобы узелок на темени не смещался от положения тела. И вскоре почувствуете, как давящее чувство в голове ослабеет. Боль постепенно стихает и наступает приятное расслабление шеи, а затем спины. Сколько времени держать кулечки соли на указанных точках? Каждый определяет по своему самочувствию. А что делать, если у вас болит сустав или какой-то участок тела, или боль присутствует во внутреннем органе? В этом случае узелок с солью прикладывайте к точке сильного проявления боли и медленно двигайте его по спирали от основной болевой точки к периферии проявления боли. Когда спираль от центра к периферии будет пройдена, начинайте обратное движение. Рукой с узелком соли медленно закручивайте обратную спираль от периферии к центру. Проделайте несколько раз до успокоения неприятного ощущения. После этих действий узелок с солью как в первом, так и во втором случае надо выбрасывать. Идеальный вариант – закопать в землю, но в обычных условиях города можно просто смыть в унитаз. Этот метод помог мне при болях в желудке. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!